Здравствуйте, уважаемые дачники, садоводы и огородники Иркутской области. Как быстро летит время. Еще совсем недавно на дачах лежал снег, а сегодня грядки практически готовы к посевной. Набухли почки в саду, проклюнулись первоцветы. Как вы помните, весенний день он весь год кормит. И нам с вами надо очень много успеть. Самое главное, не пропустите своевременную обработку сада, цветников, обрезку деревьев и кустарников. Вы знаете, совсем недавно я случайно побывала в саду и ужаснулась, как люди сами губят свои роскошные деревья. Смотрим вместе, внимательно, учимся и бережем каждое дерево. Я вам хочу показать типичные ошибки, которые возникают при обрезке неумелыми садоводами плодовых деревьев. Ни в коем случае нельзя оставлять на деревьях пеньки. Ни большие, ни маленькие. Во всех случаях их нужно удалять по основанию. Вот, например, маленькое. Оно, он уже отмер, и это ворота инфекции внутрь дерева. Если бы он был вовремя обрезан, он бы уже давно зарос. Вот такой пенек обязательно обрезается над поверхностью наплыва, который всегда существует у боковой ветки, хорошей пилкой. Сейчас не самое лучшее время для обрезки, но лучше сейчас обрезать, если оно не было сделано раньше. А обрезается конец марта, начало апреля в наших условиях, когда сойдет снег. Вот эти вот заусеницы потом снимаются острым ножом. Все, здесь мы замажем садовым варом. Вот маленький пенек. Его берем другим инструментом. Секатором, тоже у основания, тут тоже вот есть наплыв и до живой ткани. Это зарастет быстро, мы его замажем. Еще более тонкие, вот сучочки высохшие уже, их можно даже, если он отломится по основанию, его отломить. Летом идете мимо дерева, увидели сучочки, отломили. Но тут не получается, используем секатор, то же самое по основанию. Дорезать остатки нужно обязательно ножом. Секатором не всегда возьмешь. Секатором не всегда можно и подобраться. Поэтому нож еще садовый должен быть под рукой. Здоровую ткань можно легко отличить. Это светло-зеленая кора дерева. Внутренность она может быть разного цвета. Может быть и немножко потемнее. Но кору вокруг всего обреза нужно оголить так, чтобы живая кора окружала срез. Ну вот еще одно место, прямо на стволе, видите, пеньки, обязательно надо вырезать, вот пенек, это не недопиленное немножко, а это пенек совершенно отчетливый. Светлая древесина, вокруг кора, здесь можно даже и не подрезать ножом. Здесь совсем немножко недорезано, но это немножко может очень пагубную роль сыграть для дерева. Вот в таком виде. А вот результат того, что вовремя не удалили несколько сучков. Они засохли. Видите, уже поражена кора. И в конце концов, если ее не вылечить, а лечить это очень долго, несколько часов надо выскребать всю пораженную часть, то эта ветка в конце концов погибнет. Вы можете в любое время сезона подходить, и когда вы увидите сучки, обрезать их или надламывать, если они очень тонкие. Не проходите мимо. Это отсутствие вашего внимания может погубить дерево. Особенно это касается яблони. В меньшей степени груши, сливы, ну и в какой-то степени чуть меньше абрикос. Там раны зарастают легче. А на яблони очень быстро поселяется грибковая инфекция. Время бежит с бешеной скоростью, а мы с вами нередко откладываем главные дела на завтра и даже не знаем, наступит ли оно. Хотите узнать цену недели? Спросите редактора еженедельника. А что значит всего один час для влюбленного, ждущего своего счастья, который опаздывает на свидание? И самый ценный подарок – это тоже время, потому что ты отдаешь то,
что уже никогда не сможешь вернуть. Если вы выбрали время для того, чтобы посмотреть нашу программу, надеюсь, что оно будет потрачено не зря. Спонсор рубрики – фирма «Среди цветов». Благодаря искусству ученых-селекционеров получить хороший урожай можно даже в неблагоприятных условиях. Сделать это позволяет правильный уход и своевременные подкормки качественным и правильно подобранным удобрением. Сегодня я хочу рассказать вам о высококачественном и очень экономичном удобрении «Фертика плюс весна-лето». Это комплексное минеральное, полностью водорастворимое удобрение для различных культур в открытом и защищенном грунте. Не содержит хлор, способствует обильному цветению и плодообразованию при подкормках в период вегетации. Положительно влияет на качество получаемой продукции, улучшает вкусовые свойства, повышает устойчивость к болезням. Оптимальное соотношение азота и калия обеспечивает хорошую сохранность продукции в зимний период. Для подкормки растений и рассады требуется растворить всего 10 грамм этого чудо-удобрения в ведре воды. То есть одной банки удобрения «Фертика плюс весна-лето» хватит вам на 100 ведер воды. Сегодня в магазинах большой выбор шлангов для полива. Я бы выделила этот шланг российского производства. Резиновый шланг с нитяным армирующим каркасом хорошо использовать в качестве гибких трубопроводов на вашей даче. Солидный вес и приличная толщина такого шланга говорят о его долговечности и неприхотливости, а соотношение цены и качества идеально для покупки на дачу. И не забывайте про скидки. И для тех дачников, которые не успели запастись семенами, хочется порекомендовать огурец «Байкальская гавань». Это скороспелый партенокарпический гибрид. Плодоношение вступает на 38-41 день после сходов для открытого и защищенного грунта. Растения среднеплетистые. Зеленец овально-цилиндрический, массой 70-90 грамм. Крепкий, хрустящий, не содержит горечи, отличных вкусовых качеств. Гибрид обладает повышенной устойчивостью к болезням, высокоурожайностью и долгим периодом плодоношения. Морковь – самый сок. У нее самое высокое содержание каротина. Период от сходов до уборки урожая – до 90 дней. Форма корнеплода – цилиндрическая, тупоконечная, длина 15-18 см. Окраска поверхности мякоти – красно-оранжевая. Мякоть нежная, сочная, великолепного вкуса. Лучшей моркови для детского питания вы не найдете. И как всегда, хочется пожелать вам, чтобы лето было урожайным и прошло среди цветов. Всех нас ждет прекрасный год, год отчаянных хлопот. Впрочем, у дачников период активности уже наступил. Пора покупать семена. В новом садовом центре «Среди цветов» на улице Баррикад на остановке Писарева без преувеличений есть все, что нам понадобится в саду, огороде и на цветочных клумбах. Только петуний 100 видов. Есть очень популярная нынче бакопа, клещевина, эустома. Среди овощей можно отметить физалис, мангольд, пастернак, спаржа, огуречная трава и многое другое. И как во всех магазинах фирмы «Среди цветов», здесь есть самая разная почва, грунты, большой выбор керамики и подставок для цветов. Дорогие садоводы и огородники, каждый вторник, четверг и субботу с 10 до 13 часов в нашем магазине вы можете получить консультацию специалиста. Мы расскажем вам о новых сортах и гибридах, расскажем вам об агротехнике и выращивание растений. Ждем вас. И внимание, новинка фирмы – подарочные сертификаты на 500 или 1000 рублей. Они легко снимают головную боль у многих в преддверии самых разных торжеств. И еще, каждое утро с 10 до 12 скидка 10% на все. Садовый центр «Среди цветов» на улице Баррикад, остановка Писарева. Каждая минута бесценна. Особенно это знает опоздавшая на поезд. За одну,
тысячную секунды. Олимпийский чемпион вырывает победу, ему обеспечена слава на многие лета. Вот что такое время. А у нас с вами свои измерения. Наступило время, когда мы готовы покупать перегной, навоз, запасаться инструментами, удобрениями, выбирать рассаду и саженцы. А потом будем наслаждаться своими совершенно бесплатными овощами. Березовая роща 5А – это гипермаркет строительных товаров. В роще для нас с вами есть большой отдел, сад и загородный отдых. Здесь приятно гулять, выбирать, покупать и, самое главное, выгодно. Потому что в одном месте есть все для больших урожаев, дачных красот, радости труда и отдыха. Обратите внимание на заборы и штакетники от производителя. Есть готовые клумбы, ограждения для огорода и уникальные вертикальные грядки. Это может быть роскошное клубничное чудо или радуга цветов. Семена, садовый инструмент, системы полива, удобрения, средства защиты от болезней и вредителей, укрывной материал. Все самое необходимое дачникам. Славится роща уникальными новинками. Садовые тележки, легкие и прочные, элегантные кустодержатели, 10 видов качель, беседки. Всего не перечесть. На протяжении последних 15 лет все популярнее становятся декоративные садовые ограждения. Они придают особенный вид клумбе, грядкам, легко составляют замечательный гармоничный внешний вид. Не поддаются деформации, выгоранию и прекрасно реагируют на перепады температур. Они в течение нескольких лет служат благородным целям оформления, не ломаясь. Гипермаркет «Роща» предлагает более 30 видов декоративных ограждений. Это садовый конструктор. Сборные элементы заборчика легко собираются в нужную для вас форму и могут стать изысканным декоративным оформлением клумб, цветников, газонов. Детей порадуют оригинальные песочницы. Большое разнообразие форм, оттенков превратят вашу дачу в произведение искусства. Если вы хотя бы один раз побываете в роще, то непременно вернетесь. Здесь есть на что посмотреть, а главное, есть что купить. Красивый, плодоносящий и богатый сад – мечта каждого дачника. Здесь спешить не стоит. Тщательно подбирайте культуры и, главное, сорта, только районированные. Иначе годы ожидания венчаются большим разочарованием. Покупая непроверенные семена однолетних культур, мы теряем один год. Покупая некачественный посадочный материал плодовых ягодных культур, мы теряем до 5 лет. Поэтому, основываясь на своем 20-летнем опыте, я готов предложить посадочный материал тех сортов, урожай которых я лично оценил и рекомендую вам. При правильной агротехнике урожай будет отменным. Не первый год крестьянско-фермерское хозяйство семьи Радченко выращивает для нас с вами самые современные плодовые, ягодные и потрясающие декоративные культуры. Сотни сортов яблонь, от ранеток до крупноплодных, крыжовники, жимолости, смородины, земляники, роскошные сорта сливы, груши, абрикоса, вишни, великолепные малины, сладкие и крупные. Ремонтантные будете есть почти до снега. Изысканная сакура, калина бульданеш, восхитительные черемухи, рябины сделают вашу дачу предметом гордости и зависти. Все сорта проверены временем и суровым сибирским климатом. Выращены в собственном питомнике. Качество отменное. Цены 2015 года. Каждому покупателю подробная консультация. И не откладывайте покупку на потом. Можно не успеть. Звоните. Телефон 68 46 47. На прошедшей недавно в Иркутском СИБЭкспоцентре Байкальской строительной недели мы увидели немало очень интересных новинок для дома и дачи. Ну и, конечно, заглянули в гости к нашим друзьям, которые представляют теплицу «Польза». Скажите, пожалуйста, а сколько произведено теплиц «Польза»? Продано и установлено более 40 тысяч теплиц. Скажите, а рекламации были? Если я скажу «нет», Татьяна Васильевна, это будет неправдой. Но они единичные. Мы всегда идем навстречу своим клиентам и помогаем им в решении этих вопросов.
Наверное, нашим дачникам и садоводам будет интересно узнать, как за последнее время, как за годы работы завода изменился ассортимент, насколько он сегодня широк, насколько хороший выбор для дачников, для огородников. В 2012 году у нас была только теплица шириной 3 метра. На сегодняшний день мы производим теплицы шириной от 1 до 4 метров. Различные модификации. Есть у нас теплицы шириной 3 метра цельнодуговые, усиленные и в стандартной комплектации. И в этом году мы вывели на рынок еще один вариант трехметровой теплицы. Это польза 3 эко. Это бюджетный вариант. Она будет доступна практически всем для покупки. А если кому-то из наших телезрителей вдруг захочется заказать теплицу 10 метров, это возможно? Татьяна Васильевна, длина теплицы может быть любой. От 4 метров и сколько метров вы захотите. Ну, кратно 2, то есть 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, сколько захотите. Но вы должны помнить, что теплицы длиной более 6 метров нуждаются в дополнительном проветривании. И если теплица длиной больше там 10-12 метров, к примеру, нужно подставлять подпорки в зимний период, чтобы она не упала. Если я сегодня у вас покупаю теплицу, когда она будет стоять на моем участке? Да хоть завтра, Татьяна Васильевна. И вот сейчас у нас еще действует акция «Теплица на дачу в подарок тачка». То есть при покупке любой теплицы вы получаете в подарок садовую тачку. Это не единственный подарок, который вы сейчас можете получить от завода «Теплиц польза». Сейчас у нас действует беспроигрышная лотерея, когда вы сами выбираете себе подарок. Это может быть дополнительная форточка для проветривания, система подвеса растений, система проветривания растений или скидка на монтаж. Ассортимент подарков очень огромный. И это не только комплектующие для теплиц, но и всякие приятные мелочи для дачи. Но самый первый вопрос, который задают потенциальные покупатели, сколько стоит теплица? Рассчитать теплицу вы можете двумя способами. Приехав в наши офисы на улице Трактовая 18Б, дробь А, или на улицу Рабочая 2А, бизнес-центр «Пример», офис 509А. Или просто зайдите на сайт polzairk.ru. Найдите вкладку «Калькулятор» и полностью рассчитайте теплицу, которую вы хотите. Большое вам спасибо за исчерпывающую информацию. Я надеюсь, она пригодится многим садоводам и огородникам. Вы поняли, пора покупать теплицу, срочно покупать теплицу и получать полезные подарки для дачи, сада и огорода. Как часто мы с вами думаем, ну вот придет время, а время только уходит. Чтобы узнать цену года, спросите студента, который провалился на экзамене. Чтобы узнать цену одного месяца, спросите у матери, родившую раньше срока. И все станет понятно. Говорят, время лечит. Нет. Время учит, например, учит экономить. Обратите внимание, во всех магазинах спонсора нашей следующей рубрики каждый день до 12 часов проводятся скидки и акции. Не отказывайте себе в мелких радостях, ведь из них можно сколотить вполне приличное счастье. Спонсор рубрики – сеть удачных магазинов. Уважаемые садоводы, здравствуйте! У нас сейчас активная жаркая пора. Мы высаживаем и землянику, и капусту, и морковку сеем. И, конечно, нам очень хочется через несколько недель собрать ранний урожай. И здесь вот мы помним, что ранний-то урожай, он самый вкусный, самый витаминный. Поэтому давайте делать обработки от вредителей и болезней биологическим препаратом. И у меня для вас великолепный препарат, я бы сказала, уникальный. Если я скажу сейчас, что это новинка, то буду не права, потому что этот препарат создал еще Илья Ильич Мечников 100 лет назад. И это микробиологический препарат. Здесь споры гриба Митаризиум. Это единственный биологический препарат, который борется с почвенными вредителями. Почвенные вредители вредят нашим растениям, особенно землянике, луку, капусте, буквально уже в июне, потому что они хорошо зимуют. И вы все знаете, что молодую вот такую земляничку, если посадить в почву, где есть почвенные вредители, они практически есть везде, они могут просто съесть буквально за неделю.
Я вам говорю, что вот этот препарат метаризин, когда попадает в почву, он быстро разрастается и вытесняет, то есть истребляет всех почвенных вредителей. Летняя и весенняя капустная муха, а также и совка подгрызающая, и долгоносники, и пилильщики, ведь они очень хорошо зимуют в почве. И как только вы высадите рассаду, они набросятся на молодые корешки. Метаризин их просто съест, он питается вот этими личинками. Вносить этот препарат в почву можно любым доступным для вас способом. Можно при посадке в грядке. Вот сейте морковку, лук, возьмите вот пакетик, выньте метаризин, смешайте его. Я люблю с песочком смешивать, чтобы равномерно распределять препарат под грядки. Если вы уже посадили, а ведь многие уже так сделали, где теплые участки, то тогда я для вас предлагаю вот опрыскиватель. Есть и большие опрыскиватели, можно и поменьше. Разведите согласно инструкции и опрысните почву. Гриб попадает в почву и быстро разрастается. И я уверена, что в этом году у вас не будет ни капустной мухи, ни вредителей на землянике. Вносить в почву или опрыскивать почву метаризином вы можете при посадке, я уже сказала, при окучивании это можно сделать, а также осенью. И еще, наверное, самое главное, для тех, у кого есть проволочник. Сейчас вы сажаете картошку, вносите в лунку метаризин, и вот этот гриб, метаризиум, будет поедать личинки проволочника. Имея такие отличные защитные свойства, метаризиум еще и роста стимулирует ваше растение. Ваша рассада не будет при пересадке испытывать стресс благодаря гуминовым кислотам. И еще, конечно, достоинства препарата много, но препарат не дешевый, но в сравнении с защитным эффектом это несколько лет. Препарат является, ну, находкой для нас. Уважаемые садоводы, и помните всегда, что здоровое, крепкое растение всегда можно быстро вылечить при любой вспышке инфекции или вредителей. Для этого чередуйте минеральные подкормки и органику. Вермикофе вы все знаете. Рассада у вас, да и моя рассада, вы видите, крепкая, здоровая. А сейчас пришло время минеральных подкормок. Для этого выбирайте комплексные, чтобы микро- и макроэлементы были в хелатной форме. Фертика. Удобрение фертика тоже вы хорошо все знаете. Мы уже не один год получаем отличные урожаи благодаря вот этому минеральному удобрению. Фертика разработана для различных культур. И для томатов, и для цветов, для огурцов. И даже, что мне очень нравится, фертика есть и для моих любимых хвойных. Хвойные, так же, как и овощные культуры, нуждаются в подкормках. Делайте их не реже одного раза в две недели. Уважаемые садоводы, а я, как всегда, желаю вам успехов и удачи на вашей любимой даче. Как здорово, что у нас с вами есть дача. Утром выскочили в огород, а вечером заползли в дом. Неправильно это. Живите с комфортом. Для этого есть все и в одном месте. Удачный на Гоголя. На что стоит обратить внимание? Прежде всего, эргономичный, а это значит удобный и легкий в работе инструмент. С такими граблями, лопатами, секаторами все переделайте быстро. И сад, и огород ухожены, удобрены, вдоволь напоены, и сил на хобби хватит. Главное направление – защита сада и огорода от вредителей и болезней.
огромный ассортимент надежных, экологически безопасных препаратов. И саженцы во всем великолепии. Розы и сирени, жасмины и гортензии, изысканная палитра художника. Модные и уникальные многолетники. Хочется посадить каждый из них на своей клумбе и, конечно, радоваться этой божественной красоте. Не пропустите научные новинки. Витовкладыши для воды способны сделать ее практически живительной. Микробиологические препараты для борьбы с болезнями в почве и на корнеплодах. Не упустите время, желает удачной на Гоголя. Время, оно ведь дороже денег, потому что деньги можно заработать, а время только потратить. Оно бесценно. Поэтому хорошо подумайте, на что вы его тратите. Стрелки часов не остановят свой бег, поэтому дорожите каждым моментом вашей жизни и цените сегодняшний день как величайший дар, который вам дан. Будьте счастливы, до свидания.